Каждый мужчина определенно должен быть настоящим защитником своей семьи, страны, своих принципов, взглядов, ценностей. 14 января в нашей стране отмечали праздник настоящих мужчин, День защитников Родины и День образования Вооруженных сил Республики Узбекистан. Для миллионов наших сограждан этот праздник – символ мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. Кроме того, эта дата совпала и с Днем образования службы внутренней охраны Рудоуправления Кальмакыр, которая осуществляет свою деятельность уже на протяжении 2 лет. В связи с этими знаменательными событиями для сотрудников Рудоуправления был организован праздничный ужин. Основная деятельность службы внутренней охраны – это охрана и защита товарно-материальных ценностей подразделения от противоправных посягательств и кражи. 8 самых активных и самоотверженных сотрудников были награждены в ходе мероприятия. Поздравили всех причастных с праздником главный инженер Рудоуправления Кальмакыр Умид Таджиев и заместитель директора по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей Джамшид Хакимов. Безусловно, работа в службе внутренней охраны нелегка. На это есть масса причин. Это и необходимость совершать обходы по довольно значительной территории, и работа при любых погодных условиях и в любое время суток, характер охраняемых объектов и сложные маршруты патрулирования. Мы ценим и уважаем ваш труд и ваше мужество. С праздником, дорогие защитники!